от микрофона. Здравствуйте, любимые, уважаемые любители хоккея. Приглашаю вас на очередной матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги во втором периоде. Ну, получается так, что Лукаш Каспер, автор победной шайбы. Отличный момент. Барулин. В первом, третьем ничего. Так что есть за что поквитаться, «Авангард». Но нервы потрепало действующему обладателю кубка. На ход. Соботка, шайба тут так аккуратно, надежно на Паршина отправлял. Силовой прием против Андрея Сергеева. И разборочки возникают у лицевого борта за воротами Степана Горячевских. Причем такие, ну, серьезные. Да, Сергей. Паршин, ну, неудачно встретился с бортом защитник Югры, но какого-то злого умысла это набрать, может быть, даже и 12 очков. Ну, сами посудите. Ну, вот с трактором уже справились. Сегодня Югра. Пережогин. Кстати, относительно Пережогина, наверное, тоже стоит отметить. У Пережогина результативная серия. В трех последних матчах Александр неизменно отличался заброшенной шайбой. Добивание, гол. 1-0. Потерял шайбу из вида. Степан Горячевских, оказалось, где-то она за ним. Взять 5 последних матчей. 3 шайбы, 3 результативные передачи. Но все 3 результативные передачи... Да нет, Попов нам показывали Певцакина. Певцакин-то бросал. И Попов был самым расторопным на пятачке. Певцакин свой результативный балл, безусловно, заработает. Но не удалось там помочь. Ну вот нельзя действовать руками в вратарской площади полевым игрокам, и поэтому Широков сам решил бросить в ближний угол. Васильев. Да, здесь нельзя было ошибаться. Бросок! Великолепный бросок! Просто блестящий Владимира Соботки. Соботка отметился заброшенной шайбой и вновь опередил. Ствол Югры 4,5 минуты до конца второго периода. Шанс. Убежит, убегает Попов и бросок Горячевских. Клюшку. Ну, вот она ошибка. Лукаш Каспер не смог остановить шайбу. Пытался догнать Попова, убегающего Дмитрия. И бросок Первушина. И реакция Борисович. Этот нереализованный момент. Подбирает шайбу Каларик. Оставляет Вандалю. Вандель, ну, практически вырос. И шайба в ворота. Что, четко? Ну, все сделал Вандель. Да и Каларик, смотрите как. До конца отработал момент. Бросок в ближний угол. Уроженец штата Пенсильвании. Оставляет Магогин шайбу партнеру Виталию Ситникову. И вот он, гол антамансийского клуба. Вот только Гулянский бросил. О, ну, рикошетом от Барулина. Там прям отрицательный отрицатель. Ну вот, сыграл в бильярд капитан Югры. И шайба зашла в лузу. Бросил в щиток Барулину. И от этого щитка шайба. Ну ладно, не будем гадать. Передача, широко, бросок. Гол. 4. Ну, правда, за эти 5 матчей на 3 результативные передачи. Последний раз у Дубрева отметился во встрече против «Трактор» в Челябинске в конце сентября. Там в сентябре то штамповал широком голы. Желтые шнурки. Силовой прием
И Сергей Широков. И Владимир Соботко. Соколов, да, вот он невысокий. Да, решили побиться. Сбросил перчатки Владимир Соботко. Вспомнил свои НХЛовские времена. Учитывая, что недавно Сергей Широков восстановился после травмы, эти действия Кирилла Путилова вызвали такую волну негодования. Но Соколов махал, ни разу так и не попал. Владимир Соботко так от души накормил апперкотами на десерт. Хороший бой. Некоторые мои коллеги иногда, когда видят, как эти хоккейные драки начинают, я не буду это комментировать. Это некрасиво. Глупости это все, господа. Это та вишенка на тортике хоккея, которая, из которого хоккей, ну, просто вкусный сладкий торт. Но без вишенки. Парулин совершенно не расстроен, что не удалось ему. И второй матч.